Представляем вашему вниманию детские самокаты, кикборды, кик-н-ролл, автомобили Lamborghini. Маленькие трехколесные самокаты с большими возможностями. Наличие на самокатах логотипа автомобиля Lamborghini говорит о высоком классе, который подтверждается официальным лицензионным соглашением между производителем самокатов и автомобильным концерном Lamborghini, который дал разрешение на использование данного знака. На упаковке самокатов присутствует голограмма и уникальный номер каждой модели. На самих самокатах логотип размещается на трубе, на руле, на платформе и на колесах. Самокаты представлены в двух популярных цветах – оранжевом и голубом. Эти стильные модели самокатов рекомендуем для детей от 3 лет ростом от 90 см. Технические характеристики кикбордов кик-н-ролл автомобиля Lamborghini достойны восхищения. Платформа самоката выдерживает нагрузку до 50 кг. Самокат очень маневренный, устойчивый, с большим запасом прочности и при этом легкий за счет алюминиевой рамы. Вес самоката всего лишь 3,6 кг. Колеса самокатов кик-н-ролл автомобиля Lamborghini довольно широкие – 40 мм. Диаметр передних колес – 120 мм. Диаметр заднего колеса – 80 мм. Колеса изготовлены из полиуретана и считаются самыми востребованными, износостойкими, скоростными, прочными и при этом в меру жесткими. Широко поставленные колеса оснащены подшипниками высокого класса ABX7, которые обеспечивают плавность хода и великолепную маневренность. Дополнительной опцией, которая приводит всех детей без исключения в восторг, является эффектная светодиодная подсветка передних и задних колес. Размер платформы кикбордов кик-н-ролл автомобиля Lamborghini оптимальный. Длина 400 мм, ширина 200 мм. Так как чем короче платформа, тем быстрее разгон, а чем платформа шире, тем лучше устойчивость. Размер участка платформы для удобного расположения ноги 12 см на 33,5 см. Управляются самокаты наклоном руля в правую и левую стороны. Для безопасности как на платформе, так и на широком удлиненном тормозе разработчики предусмотрели специальные антискользящие покрытия. 4 ступени регулировки высоты позволяют маленькому райдеру использовать самокат несколько сезонов подряд. Высота руля у самоката регулируется в пределах от 63 до 81 см благодаря алюминиевой трубе с треугольным профилем. Треугольный профиль трубы смотрится необычно и очень стильно, особенно в сочетании с рельефными грипсами. Грипсы выполнены в форме восьмиугольника с ограничителями для предотвращения соскальзывания рук ребенка. И еще одно уникальное достоинство самокатов кик-н-ролл автомобиля Lamborghini. Чтобы сложить самокат, нужно нажать на кнопку и повернуть ручку на 180 градусов. Это очень удобно! Если ребенок устал, то может легко сложить самокат и катить за собой. В сложенном виде самокат удобно перевозить в автосалоне и в общественном транспорте. Самокаты кикборды кик-н-ролл автомобиля Lamborghini – это идеальный вариант для самых взыскательных райдеров.